Добрый вечер, дамы и господа. Наша завершающая обзорная лекция по книге пророка Йешаяху, после того, как мы завершили изучение всех его глав. Попытаемся подвести некий итог тому, что мы выучили на протяжении этого длительного процесса. 66 сложных, многомерных глав, которые были даны великим пророкам еврейского народа. Тема наша, в первую очередь, ее можно назвать «Дни Машиаха». Мы попытаемся сформулировать и увидеть основные первоисточники, повествующие о том, как пророк Йешаяху видел Дни Машиаха и, соответственно, насколько это нас с вами касается сегодня. Завершающая лекция, где мы вкратце подведем итог всей книги. Задача пророка Йешаяху – утешить пленных Сиона в поколениях будущих изгнаний, после того, как задачу своего поколения он не смог разрешить. Именно в целях утешения Израиля Всевышний избрал пророка Йешаяху в день, когда царь Узияху покрылся проказой в Иерусалимском храме. С чего начинается пророчество пророка Йешаяху? Откуда он? Мы с вами выучили на протяжении изучения этой книги. А именно, пророк Йешаяху звали Йешаяху бен Амоц. И мы говорили о том, что в еврейском народе есть такое понятие, как схутавот, заслуги отцов. В Талмуде, в трактате Бава Басра сказано, что Амоц и Амаца были братьями. А именно, получается, что царь Узияху был двоюродным братом пророка Йешаяху. А Амоце, отце пророка Йешаяху, сказано, что 10 человек в Писании называются Ишейлуким, человек Бога. Один из них – это пророк Амоц, отец пророка Йешаяху. Другими словами, если мы хотим, чтобы у нас были достойные дети, то нам необходимо самим быть достойными, иначе, не дай Бог, наши дети окажутся такими, что в историческом процессе их влияние будет не очень существенно. Итак, пророк Йешаяху оказывается в Иерусалимском храме тогда, когда царь Узияху приходит в храм для того, чтобы собственноручно осуществить воскурение благовоний. Каждый ребенок в еврейском народе знает, что это прерогатива куаним, только куаним могут осуществлять служение в Иерусалимском храме. И вдруг царь пришел для того, чтобы совершить воскурение собственноручно. В чем проблема? Как мы приводили с вами первоисточники, все наши мудрецы говорят о том, что намеревался он ради небес, а именно царь достиг больших достижений в том, что касалось еврейского народа, в том, что касалось обучения Израиля Торе. И царь видит, что куаним перестали исполнять свою задачу. Иерусалимский храм начинает давать трещины, приближаясь к своему разрушению. Царь Узияху пришел для того, чтобы кричать «Гевальд», кричать, что Иерусалимский храм находится в условиях опасности разрушения, и осуществил действие, которое никогда не может быть сделано царем. В результате тут же проказа появляется у него на лбу. И дальше, последние 25 лет своей жизни, царь Узияху проводит на городском кладбище возле Иерусалима. В то время пророк Йешаяху оказывается в Иерусалимском храме. То есть пророк Йешаяху тоже видит, что есть какая-то проблема. Тогда произошло преломление небес, так что при всем при этом пророк Йешаяху увидел, как ангелы восхваляют Всевышнего словами «Кадош, Кадош, Кадош, Хашем Цвакот». Это те самые слова, которые произошли, которые были услышаны человеком, пророком Йешаяху, в день, когда Всевышний избрал его в качестве пророка еврейского народа. У пророка Йешаяху, поскольку до пророка Йешаяху, пророчество передавалось через царей, главой поколения духовный был именно царь в еврейском народе. После поступка пророка и царя Узияху, пророчество теперь дается уже не царям, то есть главами поколения в духовном смысле являются уже не цари, а
пророки, которые являются другими людьми. В данном случае все это еще пока. Речь идет о потомках царя Давида. Царь Узияху, как мы знаем, был двоюродным братом пророка Йешаяху, который в нужное время оказался в нужном месте, оказывается в божественном храме. У пророка Йешаяху было две задачи. Первая из них – это спасти Иерусалим от осады и захвата Санхерива, царя Ассирии. У него была сверхзадача сделать царя Хизкияху Машиахом и Санхерива Гогом и Магогом и завершить исторический процесс. Мы учили с вами с 36 по 39 главу, что царь Хизкияху, который был небывалым в уповании на Творца, он практически уже стал Машиахом, статус Машиаха уже коснулся его, но он не сказал песню, он не вознес Всевышнему песню, в результате статус Машиаха его оставляет. И тогда пророк Йешаяху видит, что исторический процесс уже движется по плану Б и займет длительное время, пройдет через 4 изгнания, через изгнание вавилонское, персидское, греческое и римское. И он обращается, начинает с 40 главы, в основном к людям конца дней, то есть к нам с вами, к тем, кто живет во времена, когда духовная практика практически нами потеряна, когда на протяжении тысяч лет мы и наши предки жили в условиях служение человеку, когда люди жили тремя энергетическими первоосновами, страстями, завистью, стремлением к славе, то в результате о Боге столь фундаментально забыли, что в доме учения в Кельме было сказано, что Всевышний создал дворец, создал этот мир, люди у него этот мир всецело украли. Пророк Йешаяху тот, кто пришел спасти Иерусалим, Иудею от захвата Санхерива. И тогда была возможность завершения исторического процесса, если бы царь Хизкияху смог стать Машиахом. Этого не произошло, поэтому он обращается к нам с вами, говоря о днях Машиаха, о завершении исторического процесса. Пророк Йешаяху говорит о себе. «Гашем элуким натан ли лашон лимудим, ладат лауфет яэф, Давар яир бабокер бабокер, яир луй озен лишмуаке лимудим». Всевышний Бог дал мне язык учения, то есть тот язык, который Всевышний дал пророку Йешаяху, он обладает способностью обучения, то есть последовательного приведения человека в состояние бентура, человек Торы. Для этого Всевышний дал пророков еврейскому народу. Ладат, что это за лашон лимудим, язык знания. Ладат лаут это аев, знать, как поддержать усталого, как усталому в него вдохнуть энергию. Давар яир бабокер бабокер, то, что пробуждает по утрам. Человек, который с утра просыпается, он должен понимать, для чего он это делает. С какой целью он встает по утрам, иначе вставать по утрам тяжело и бессмысленно. Слово пророк, оно пробуждает, давая силу вставать по утрам, и значит действовать на протяжении дня. Яир ли озен пробудит мне ухо лишмок или мудим, для того, чтобы воспринимать согласно учению. То есть есть люди, которые не очень обучаемы, есть люди, которые более восприимчивы. Так вот, нужно научиться воспринимать методом учение, то есть методом строительства. Если камни разбрасывают в случайном направлении, то здание не будет построено. Нужно иметь план и поставить себе задачу в учении, поставить план, создать план для того, как выставлять кирпичики знания для того, чтобы возникло некое строение, которое у каждого индивидуальное, поскольку все мы созданы Богом со своим лицом, со своими способностями, со своими индивидуальными какими-то признаками. При этом многие построенные здания могут являться гармоничными, имеющими право на существование. Книга пророка Йешаяху,
это главный и первый первоисточник нашего знания о Машиахе. А именно тема Машиаха не очень раскрыта в Торе. Только мудрецы приводят нам кое-где мидраши о том, что мир в конечном счете предназначен не для существования в таком виде, в котором он есть сегодня, а предназначен для того, чтобы божественность в нем раскрылась. И с этого начинается само повествование Торы, что Всевышний создал мир, который был создан в темной пропасти, и Дух Бога витает над водами. Задача – это Дух Вода, Дух Бога, который над водами, Дух Машиаха, опустить в темную пропасть. Это задача. Теперь до пророка Ишаяху никто о Машиахе не рассказывал. По причине того, что не было в этом особой потребности. Люди, весь еврейский народ каким-то образом продвигался к этому. Было понятно. И только когда возникла опасность разрушения Иерусалимского храма и изгнаний, появилась необходимость и потребность сказать об этом непосредственно и раскрыть все аспекты прихода Машиаха. Когда мы говорим о раскрытии пророком Ишаяху темы Машиаха, мы должны понять, что он не раскрыл тайны прихода Машиаха. А именно, есть у нас темы в иудаизме, которые более детально даны в Торе. Есть темы, которые даны менее детально. Есть только одна тема, которая принципиально сокрыта. Это тема Машиаха. А именно, каждый отдельный элемент нам в целом понятен и известен, но все в совокупности, как, когда, в какое время, до какой степени, вот это нам понятно не может быть, это от нас сокрыто, ибо сказал пророк Ишаяху в частности, «Айн ло райлу ким зулатеха», что глаз не видел Всевышнего, даже глаз пророков не видел и не мог предположить, что будет при приходе Машиаха. Единственное, что сказано во многих местах, это то, что приход Машиаха, конец дней, будет более грандиозным событием, не бывало, несравнимо более грандиозным событием, чем исход из Египта с рассечением моря, с божественным откровением на горе Синай. Дни Машиаха, пророк Ишаяху раскрывает нам эту тему. Какие аспекты, о каких аспектах он говорит? Прежде чем мы подведем итог, давайте перечислим их. Первое – это образ Машиаха. Как будет выглядеть помазанник, которого примут в качестве царя все в еврейском народе, включая Моше Рабейну, который воскреснет, включая наших праотцев, включая всех. Это будет человек самый великий в нашей истории. Бедствия, которые произойдут в мире перед приходом Машиаха, об этом говорит пророк Ишаяху. Изменение реальности в дни Машиаха, мир станет совсем другим, об этом говорит пророк. Произойдет сбор изгнанников, со всех сторон евреи ринутся в землю Израиля и в нее вернутся. Воскрешение мертвых, самое глобальное раскрытие Бога. Очищение Израиля от греха. Изменение отношения народов мира к Израилю. Радость Израиля в конце дней. Тогда действительно нас коснется особая радость. Образ Машиаха. 11 глава пророка Ишаяху сказал следующее. «И выйдет отросток из ствола Ишая и даст плоды, побег, что от корней его. И снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знания и боязни Господа. И исполнит он его Духом боязни Господа. И не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела». Это образ Машиаха, который будет обладать глобальным знанием, и будет он потомком Ишая, о котором сказано, что учение, которое было в доме учения Ишая, распространилось на весь еврейский народ. Соответственно, Машиах будет полон духом боязни Господа,
и не будет судить по взгляду глаз своих, это будет человек, который станет обладать истиной. Он будет знать божественную истину. 42 глава. «Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя. Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон». То есть Машех окажется человек, который коснется и народов, принесет им закон. «Не будет кричать он и не поднимет, и не даст услышать на улице голоса своего». Не будет никакого насилия со стороны еврейского народа по отношению к другим народам. Все захотят следовать тому знанию в условиях новой реальности, когда пропадет зло, когда божественность раскроется перед человеком. Тростника надломленного не преломит, и фитиля тусклого не погасит. То есть Машиах не должен будет делать никаких физических действий по подчинению себе других идей и других воззрений. «Поистине вершить будет суд. Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учение его острова ждать будут». Острова, пророк Ишаяху здесь объяснил, что речь идет о далеких народах, которые не имеют никакого реального отношения к тематике, связанной с евреями, те, кто даже не испытывали антисемитизма и негативного отношения к еврейскому народу, не имели, даже они тогда поймут, что учение Машиаха – это то, что их приводит к счастью. Это, еще раз, образ Машиаха, великий человек, который не поднимет голоса, за светом которого пойдут все, в том числе народы мира. Вторая тема – бедствия, которые произойдут в мире перед приходом Машиаха. Пророк об этом говорит в 24 главе. «Вот Господь делает землю безлюдной и опустошает ее, и искажает лицо ее, и рассеивает жителей ее. И одинаковы будут народ и священник, раб и господин, рабыня с госпожой ее». Под рабыней и госпожой не имеется в виду именно аспекты работорговли и рабовладения, а имеется в виду, что госпожа – это нечто, что имеет значимость, истинную ценность. А рабыня – это что-то приниженное, вторичное, в первую очередь, идеи. Так вот, наступит время, когда госпожа и рабыня будут вместе, и рабыня еще воцарится над госпожой своей. «Покупающий с продающим должны к взаимодавцам, истец с ответчиком». Сотрутся все черты, а в условиях стирания черт очень сложно строить какое бы то ни было строение знания. «Вся земля обезлюдеет и будет совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это». Это ужасы и бедствия, которые произойдут в мире перед приходом Машиаха. «Скорбит, поникла земля, обомлела, поникла вселенная, погублены знатные народы земли, и земля осквернена была живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили уставу, нарушили завет вечный». Произойдет катастрофа, говорит пророк Ишаяху, что мир так существовать не сможет. Если человек настолько исказит, не дай Бог, свои пути на земле, что земля будет попрана его ногой, то произойдет катастрофа, которая еще никогда люди не видели за время локальных войн, которые происходили прежде. Изменение реальности в дни Машиаха. В 11 главе сказано следующее, что мир в дни Машиаха действительно изменится. «И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как вол, и будет играть грудной младенец над норою кобры, и отнятое от груди дитя потянет руку свою к логову гадюки, не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами».
Комментаторы расходятся во мнениях, действительно ли лев будет есть солому, или речь идет о том, что он просто потеряет способность быть хищным. И люди, те, кто выглядят как козлы с одной стороны или как львы с другой стороны, они все преобразятся, все станут другими людьми. И, соответственно, ребенок новорожденный сможет протянуть свою руку к логову змеи, ибо змея, змей – суть и концепция смешения между добром и злом, перестанет обладать способностью воздействия на человека, умерщвления человека. Еще раз, змея умерщвила человека принципиально один раз во время, когда человек вкусил от плода добра и зла и в результате стал смертным. 35 глава говорит нам более подробно об этих процессах. «Возрадуется пустыня и безводная земля, и возвеселится степь, и расцветет, как лилия». То есть все наши радости сегодня, до прихода Машиаха, они радости человека, проживающего в пустынной земле, в безводной. И в степи, которая находится, пребывает в панике и в засухе, так вот, все это изменится. То есть пустыня превращается в оазис. Это изменение реальности времен Машиаха. Так в 35 главе говорит пророк Йешаяху. «Пышно расцветет и веселиться будет, радуясь ликуя слава Ливанона, дана ей. Великолепие Кармеля и Шарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Это главное изменение, которое произойдет с человеком, он увидит божественную славу. «Укрепите ослабевшие руки, колено трясущиеся, утвердите». Сегодня, когда мы стараемся куда-то идти, то мы должны понимать, что руки у нас слабые, колено трясутся. «Скажите торопливым сердцем, укрепитесь, не бойтесь. Вот Бог ваш, отмщение придет, воздаяние божественное. Он придет и спасет вас». То есть в том состоянии, в котором мы находимся сегодня, мы нуждаемся ни много ни мало, как в спасении. То есть наша ситуация сейчас нетерпимая, как многие пытаются себе уверить, а действительно ситуация, когда мы нуждаемся в спасении. «Тогда откроются глаза слепых». Это наши с вами. Не то, что там какие-то слепые, кто в Министерстве по здравоохранению в качестве инвалида проходит, а все мы, кто считаемся здоровыми и зрячими сегодня. «О нас сказано, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда поскачет, как олень хромой, и запоет язык немого, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи». Тогда мир этот будет залит божественными водами, мир этот преобразится, Бог раскроется. «И станет сухая земля озером, и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша, и будет там гладкая дорога и путь, и путем святым назовется он». Тогда образуется путь среди пустыню, по которой не ступала нога человека. Мы сможем пойти этим путем для исправления, для изменения. «Нечистый не пройдет по нему, но для избавленных он, идущий путем этим, и неразумный не заблудится. Не будет там льва и хищные звери, не ступит на него, не окажется он там, и будут ходить спасенные. И избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная на голове их, веселье и радость найдут они, и удалятся печаль и стенание». Печаль и стенание – то, что свойственно нам во время пребывание в этом мироздании, в этой части исторического процесса, тогда мы поймем, насколько все наши достижения – это печаль и стенания, когда весель и радость найдем мы, когда придем в Цион с ликованием. Что это за ликование? Об этом сказал пророк Йешаяху, что глаз пророков не видел Бога, как это будет в те дни. В 64 главе пророк Йешаяху говорит следующее. «И никогда не слышал ли и не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающего его». Вот те, кто ожидают Всевышнего, те, кто принимают в этом участие, хотя бы в своей жизнедеятельности имеют намерение
того, что их действия, их поступки, их мотивация не полностью связаны с этим материальным миром, не полностью, соответственно, умирают вместе с ним в день его смерти, а человек имеет намерение на какую-то проекцию будущего мира, вот тогда он является ожидающим, и тогда его глаз может увидеть то, что действительно будет особым. Сбор изгнанников. В 11 главе сказано следующее. «Венаса нес легоим, ваасафнит хе Исруэль венефуцот Егуда и кабец мэрбакан фотоарец». Евреи соберутся со всех сторон мира, со всего глобуса. «Венаса неса» будет поднят флаг, будет поднято знамя легоим для народов. То есть народы тоже сориентируются, где сегодня самая современная психология в этом мире находится. «Ваасафнит хе Исруэль» — Всевышний Машиах, соберут изгнанных Израиля. Обратите внимание, изгнанных. Мы изгнаны в Израиль. Мы находимся в состоянии такого опустошения, внутреннего изгнания. И изгнанные иудеи соберутся, рассеянные иудеи соберутся с четырех концов земли. В 27 главе пророк Ишайя говорит следующее. О процессах приближения приближение далеких и изгнанных из сынов народа Израиля. «Вагая байом раху» — и будет в тот день. «Ербот ашем мишиболит нагарат нахаль Мицраим, ваатем тилуктул эхад эхад бне Исраэль». И будет в тот день, Всевышний выбьет из колоска, который возле реки, и до реки Египетской, и вы будете собраны один к одному сыновья Израиля. Это речь идет о событиях, которые будут до прихода Машиаха, как тогда возвращение к Богу будет работать, люди будут находиться в самых разных местах, разбросаны очень в широком диапазоне, при этом собираться будут по одному, то есть путь будет крайне индивидуален, каждый будет это делать благодаря помощи учителей. Здесь написано, что их будут выбивать из колоса по одному. То есть учителя для этого необходимы, но это будет работа весьма индивидуальная. И следующий стих говорит: «Вэрая байомаху» — и будет после этого. «И такабы шофар гадоль» — будет протрублено в большой шофару. «Бау гаувдим бэрэц ашур» — и придут пропавшие в земле ассирийской. Это те, кто были изгнаны во времена Санхерива, царя Ассирии, когда изгнание коснулось 10 колен, которые пропали настолько фундаментально, что об этом мудрецы сказали, что они были изгнаны за реку Сембатьон, за реку, которая называется Шаббат, которая не движется в Шаббат, то есть они потеряли Шаббат и пропали вместе с ним. Даже они, согласно точке зрения пророка Ишаяху, вернутся в конце дней. «Веганидахим берец Мицраим» — изгнанные в земле египетской, то есть это некое обратное понятие, а именно, обратите внимание, те, кто с Ассирии были изгнаны, они пропавшие, а мы только отторженные. Те, кто были изгнаны потом, они отторженные. «Виштахаву лахашем баракодыш берушалаем» — и поклонятся они Всевышнему на горе святой в Иерусалиме. Тогда мы сможем раскрыть, что такое Иерусалим, сможем почувствовать его, сможем понять, что это действительно место служения. Воскрешение мертвых. 26 глава. «Ихаю метеха невлати якумун, гекитсу веранену шохне афар, киталю рот талеха верец рафаим типоль топиль». «Вернутся к жизни мертвые твои, трупы их встанут, проснутся и восхвалят пребывающие во прахе, ибо роса света, роса твоя, и земля спящих поднимет». Воскрешение из мертвых явным образом об этом говорит пророк Ишая. Очищение Израиля от греха. События, которые произойдут, когда еврейский народ будет готов к приходу Машиаха, 44 глава. Очень яркие слова пророка Ишаяху.
«Я стер, как туман, преступления твои, и как облако грехи твои. Обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Это слова, которые мы читаем в Рош ха-Шана, в Йом-Кипура очень часто. «Михити кеав пшеех вакеанан хататеха, шувы лайки геалтиха». «Стер я, как туман, преступления твои». Пророк Йешаяху здесь нам дает глобальную надежду. Какую надежду, что даже сегодня, когда мы потеряли духовную практику, когда мы, казалось бы, настолько отторжены к ценностям Египта, из которого вышли, тем не менее, говорит Всевышний, что стереть с вас грех и сделать вас праведными очень легко. «Я стер, как туман, преступления твои». То есть преступление не лишь то, что охватывает тебя, то, что пачкает твою одежду, нечто внешнее. Оно не проникает очень глубоко. «И как облако грехи твои». Обратись ко мне. То есть Всевышнему легко это сделать, если он даст свой божественный свет. Тогда все эти грехи отстираются от человека, он их оставит, покинет их, забросит их. Это означает, что и сегодня нам нужно лишь немного раскрыть Бога, который скрывается за завесом материальных законов этого мироздания, и тогда мы сами сможем очистить себя от всего этого. То есть спастись от греха несложно, об этом говорит пророк. Изменение отношения народов мира к Израилю. 60 глава. «Восстань, свети Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла». Это суть конца дней, когда божественная слава раскрывается в мире и сияет над ним. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится. И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего. Подними глаза твои, оглядись кругом и смотри, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои на стороне носимы будут». То есть еврейский народ собирается, увидев этот свет в Иерусалим, и народы мира, у которых, с одной стороны, будет все-таки какая-то тьма и мрак, тем не менее, даже сквозь эту тьму и мрак, безусловно, видение еврейского народа будет отличаться. Не может быть такой несправедливости, что тот народ, который на протяжении всех этих тысячелетий истории был верен Божественному Завету, в конце концов, все народы станут такие же, как мы. Безусловно, останется какая-то разница. Но и того, что получат народы, это будет бесконечно, безгранично. Хотя какая-то мрак и какая-то туманность все равно останутся среди народов мира. Божественный свет, который изменит отношение народов мира к Израилю, все устремятся к Сиону и скажут: «Ки мицион тице Тора удвар Ашем Иерушалаем», ибо из Сиона вышла Тора и Слово Бога из Иерусалима. Тогда всему народу будет понятно, всему человечеству станет понятно, что Тора, как учение о душе, учение о том, как человек должен существовать в этом мире, оно явно из Иерусалима, и это именно слово Бога, а не какая-то очередная модная психологическая теория. Радость Израиля в конце дней. 51 глава. «И избавленные Господом возвратятся, и придут в Цион с ликованием, и радость вечная над головой их, а радость и веселье найдут они, печаль и стон исчезнут». Здесь каждое слово стоит дороже золота. «Избавленные Господом возвратятся». Во-первых, о ком идет речь? О людях, которые претерпят избавление. То есть сегодня мы находимся в темной темнице, потому что избавление – это глагол, который применим к освобождению человека, пребывающему в вечной темной темнице. Они возвратятся. Они поймут, что отошли, поймут, откуда отошли. То есть процесс возвращения тогда произойдет, но обратите внимание, это уже
не будет достижением человека. За это человеку уже не положена награда. А вся суть, вся задача, почему Творец создал нас в этом мире, именно чтобы мы осуществили возвращение самостоятельно для того, чтобы мы были людьми, которые божественный свет раскроют своей деятельностью. И придут в Цион с ликованием. Тогда люди поймут, чем гора Цион отличается от других, пусть даже внешне очень красивых гор. Ибо сказали мудрецы, что 10 мир красоты были спущены в этот мир, и 9 из них пришли на Иерусалим. Все остальное, вся красота всего остального мира вместе взятая, это лишь десятина на бедность, которая была дана мирозданию. Тогда люди придут в Цион с ликованием, поймут, что это самая красивая гора. Но уже сегодня в какой-то мере мы можем пытаться найти, хотя бы поставить задачу, понять, в чем эта особая красота горы Цион. Так или иначе, это единственная гора в мире, которой на протяжении веков и тысячелетий стремились изгнанники. Народы изгоняли друг друга, происходили самые разные явления, но никакая гора не является столь цитируемой в Гугле, как гора Цион. И радость вечная над головой их. Обратите внимание, процессы будут, что это, какое будет состояние у человека, это радость. Что такое радость? Радость вечная. Как может быть радость вечная? Во-первых, это сохранится навеки, навсегда, не будет больше никаких изгнаний, сокрытие Бога. Теперь, что такое радость? Радость – это состояние удовлетворения. Сегодня радости, которые мы имеем, они все двухминутные, пятиминутные, десятиминутные. Сегодня любая радость, она пропадает у человека мгновенно, особенно в наше быстротекущее время. Тогда это будет радость вечная, постоянная, ибо божественный свет, который будет светить над тобой, он приведет тебя к постоянной радости, а не к временной. Над головой их радость будет сверху, радость и веселье найдут они, печаль и стон исчезнут. Пропадут болезни, пропадут трудности, пропадет все состояние, когда человек чахнет. В начале 52 главы сказано следующее. Еще раз, о чем говорит пророк. Радость Израиля в конце дней. Пробудись, пробудись, облеки силой своей Цион, облекись в одежды величия твоего Иерусалим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый. Восточный Иерусалим, где сегодня живут арабы, которые режут ножами людей, все они покинут землю Израиля. «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерусалим, развяжи узы на шее твоей, пленная дочь Циона». Мы видим, насколько все это актуально, насколько все это касается нашего времени. «Радость Израиля в конце дней, пленная дочь Циона освободится и...» Все эти районы Иерусалима, которые были осквернены, покинут его настолько, что пророк Ишаяху говорит, что после прихода Машиаха изменится само даже название Иерусалима, город будет названный. Пророк Ишаяху говорит две вещи. Одно из них это Хефциба, что желание мое в нем. Второе название Рашем Шама. Именно потому, что Иерусалим был связан с другими народами, которые его оскверняли, и с грехом еврейского народа. Итак, это основные аспекты того, как описывает пророк Ишаяху времена Машиаха. Единственное, что нам осталось для завершения нашего цикла, это рассказать о судьбе пророка Ишаяху. В Талмуде в трактате Йевамот приводится следующее повествование. Минаше гарагет Ишаяху. Царь Минаше, сын царя Хизкияху и внук пророка Ишаяху, казнил пророка Ишаяху. То есть внук казнил своего деда. Царь Минаше, как мы говорили, был тем царем, который поставил идолов в святую святых Иерусалимского храма. Человек, в результате жизнедеятельности которого Иерусалимский храм покрылся 4 видами проказы. Минаше казнил своего деда по обвинению в лжепророчестве. Минаше был самый нечестивый царь. В своем пророчестве царь Хизкияху, его отец, видел, что у него родится нечестивый сын.
В результате он отказывался жениться и оказался смертельно болен во времена, когда армия Ассирии осаждала Иерусалим. И Всевышний сказал ему понять, что если он все-таки исполнит свою задачу и женится, хотя его видение абсолютно правильное, что Менаше, его сын, приведет к разрушению Иерусалима, тем не менее потомком Менаше был царь Йошияху, и потомком Менаше были другие достойные цари, и в результате Машиах будет тоже из потомков Менаше. Так вот, царь Менаше, Гарагет Йошияху, он казнил пророка Йошияху, своего деда. Амарова, продолжает Талмуд, трактат Йевамот. Амарова, Миден Дайны, он представил его суду, Векатли, и приговорил к смертной казни. Амарли Моше Рабха Амар, он говорит ему так, книга твоего пророчества содержит элементы лжепророчества, а именно нечто, противоречащее Торе. Он говорит так, Моше Рабха Амар, сказал Моше, твой учитель, кило ярени гаадам вехай, что не увидит меня человек и останется живым. Так написано в Торе, не увидит меня человек и останется живым. Ваат Амарта, а ты написал в 6 главе, там, где говорилось об открытии Всевышнего пророка Йошияху, «Верет Гошем Йошева аль кисера ваниса». «Увидел я Всевышнего, сидящего на престоле высоком и возвышенном». Как действительно это противоречие можно разрешить, Талмуд нам дальше скажет, но при этом пророк Йошияху не дал на суде никакого ответа и не дал никакого объяснения по причине того, что он не хотел, чтобы его внук был злонамеренным преступником. Он понимал, что если он даст ответ на это кажущееся противоречие, то он не примет его и все равно предаст его смерти, с тем, чтобы его поступок не был злонамеренным. Пророк Йошияху отказался от защиты себя на суде. Обратите внимание, даже в той ситуации был суд, то есть насколько Менаше был идолопоклонник и так далее, он не казнил людей и не судил людей вне хотя бы в какой-то мере законного суда. Дальше еще один элемент обвинения Менаше, выдвинутый против великого пророка. Моше Рабха Амар, Мити Гашем Элокейн Бехоль Курейну Илав. Кто как Бог, который таков, что мы взываем к нему, то есть есть возможность воззвать Богу. Ваатамар, то пророк Йошияху что сказал? Дершу Гашем Бегематсо. Обращайтесь к Богу, когда находится Он. То есть с точки зрения Моше Рабейну к Богу можно обратиться всегда, с точки зрения пророка Йошияху только в определенные времена времени. Тоже вроде противоречие. Моше Рабха Амар, третий довод на суде. Моше Рабха, Моше твой учитель, сказал, «Эт миспар емеха эмале», что количество дней твоих я исполню. То есть с точки зрения Торы, так понимал Менаше, человеку каждому определено четкое продолжительность жизни. «Ваат амарт», а ты говоришь, «Вегосавти леха аль емеха хамеша срашана», а ты написал в своей книге, что я добавлю к тебе 15 лет жизни. Опять же, обратите внимание, 15 лет жизни были даны отцу Менаше, царю Хизкияху, когда он согласился на то, чтобы жениться и, соответственно, родить Менаше. Амар Йешая. Пророк Йешаяху не дал на это ответ. Ядана бей деломи кабель маадеймалей, сказав, что знает он, что тот не примет никакие доводы, которые бы он не привел. И эймалей ишвей мезет, если я скажу ему, то я сделаю его злонамеренным. А Марша, какая была, как пророк Йошияху решил спастись от смерти? Ивла бе арза, он спрятался в кедре, он проник в дерево кедра и в нем растворился. Как это делают, я не знаю. Тем не менее, пророк скрывается в кедре. Как в такой ситуации прореагировал на подобное небывалое чудо царь Менаше? Атьё ларза венасру, он приказал принести ему это дерево, кедр, и разрезать его на доски. Кимата легады пума нахнавши, когда
разрезали в том месте, где находились уста пророка, то тогда он умер. Когда пила прошла по его устам. Почему? Мишум де амару бетохам там эсфатаем анухи йошев. По причине того, что в первый день, когда пророк Йешаяху во время получения проказы царем Узияху в Иерусалимском храме сказал пророку Йешаяху, что он не готов стать великим пророком еврейского народа, ибо он нечист устами и среди народа с нечистыми устами пребывает. Из-за того, что он один раз сказал лошон гара, сказал зло еврейском народе, когда разрезали этот кедр, то и коснулось это уст пророка Йешаяху, несмотря на то, что он на протяжении длительного времени был главой еврейского народа, тогда он умер. Говорит Талмуд, Миколь Маком, Каши края гадали. Тем не менее, все-таки, ладно, пророк Йешаяху не дал ответ, но мы можем поднять этот вопрос. Есть противоречие между стихами. Вэрэд гашем, кедытане, коли анавим нестаклу баспаклярия шейна мира, мошарабену нестакель баспаклярия мира. Что означает, что Моше Рабейну говорит, что Бога увидеть невозможно, а пророк Йешаяху говорит, что да, он видел Бога. Ответ. Моше Рабейну имел ясное видение божественности, такое, которого не имел ни один пророк. И в этом аспекте Бога увидеть действительно невозможно. Пророки видели образы, последующие пророки после Моше Рабейну, поэтому пророк Йешаяху говорит, и увидел он Всевышнего, сидящего на престоле. Это было некое явление в большей степени сокрытости, нежели чем принципиальное видение Моше Рабейну. Поэтому так, как видел пророк Йешаяху, видеть можно, как видел Моше Рабейну, так Бога видеть нельзя. Даршу Гашем Бегематсо. Второе место, которое было вменено вину пророку в качестве лжепророчества. Ищите Бога, когда находится он. Что это означает? Отвечает пророк Йешаяху. Габа Ихид, Габа Цибур. Одно – это когда человек обращается к Богу, тогда Бог не всегда открыт. Когда обращается община, то он всегда открыт. Поэтому Моше Рабейну говорит, что всегда можно к Богу обращаться. Речь идет о молитве в Миньяне. Пророк Йешаяху говорил, что человек может обращаться к Богу в те дни, когда он особо близок. Речь идет о днях трепета между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И так далее. Пророк Йешаяху отвечает на все вопросы, которые были к нему обращены. Пророк Йешаяху был человек, который вошел в еврейский народ своими устами, ибо уста его говорили то, что называется лимудим, учение, знание. Его уста произнесли слова, которые вошли в историю, которые способны сегодня человека поднять над грехом даже сегодня. Талмуд трактате Баба Басра. Хискияху Васиято Катву Сефер Йешаяху. Что Хискияху и его ученики записали книгу Йешаяху, книгу пророка Йешаяху. То есть пророк Йешаяху умер до того, как он смог записать свою книгу, которую мы изучаем. Он был казнен своим внуком, царем Менаше, до того, как смог завершить эту книгу. Так объясняет Раши. Катву Йешаяху, что Хискияху и его ученики, царь Хискияху и его ученики записали книгу пророка Йешаяху. Шегарго Менаше, ибо казнил его, предал его смерти Менаше. Вело катав сифро, шело гаюга навим, котвим сифрейгем эле лифнеймутан. И не успел пророк Йешаяху записать свою книгу, ибо пророки записывали свои книги непосредственно перед смертью. Он к этому был не готов, книгу не написал, поэтому ученики царя Хискияху были те, кто записали эту книгу, которая передавалась из уст в уст, как лашон лимудим, язык учения, который способен спасти человека от греха. А именно, сказали наши мудрецы, если бы Израиль не грешил, то Всевышний дал бы нам только Тору и книгу Иерошуа, которая свидетельствует о святости земли Израиля. Из-за грехов были даны нам пророки. Это означает, что адекватное изучение книг пророков даже сегодня, в наши дни, оно обладает силой,
спасти человека от греха, лишив его свободы выбора, раскрыв перед ним божественный трепет, который приведет человека и его потомков к жизни в этом и в будущем мире. Спасибо за внимание. Мы прошли с вами великий труд по изучению книги пророка Йешаяху.